Всем привет, ребят. Ну что, вот и началась у нас прокачка наконец-то судьбы. Решил не откладывать, до завтра запишу вам сегодня первую судьбу. Это у нас будет Celestial Peak, Небесный Пик. Вот так вот он называется у нас на русском сервере. Вот такие вот герои. Ну, кого в первую очередь здесь нужно качать, конечно же, это Купидон. Мы начнем с Купидона. Почему именно Купидона? Потому что Купидон, помимо того, что будет давать набор энергии и увеличение силы атаки, еще дополнительно будет давать скорость бега. Особенно это полезно для новичков. Ну, конечно, новички это не смогут прокачать, но для тех, у кого есть проблемы с подземками. Помимо стандартного увеличения, он еще дает, сейчас мы посмотрим, если не ошибаюсь, в районе 30% скорости бега. Это, я вам скажу, очень немало. Это очень важно. Потому что на подземках герои очень часто просто не успевают добежать до вражеских, либо до зданий каких-то зацепиться. Поэтому этот баф, на мое мнение, один из самых толковых именно на Купидоне. Так, сейчас мы быстренько наберем 4К и пойдем качать дальше кубчика. Я мог вам уже заснять это отдельно, рассказать, но, честно скажу, и лень заснимать. Потом в процессе прокачки веселей, может, какие-то нюансы узнаете новые. Так, окей, поехали. Качать дальше, потом можете написать в комментах, насколько там силы, я не посмотрел, сколько у меня силы было, когда начал это все качать. Пошли значки почета, вход. Заодно глянем сейчас, сколько значков почета у нас ушло, потому что у меня было ровно 5 миллионов на всю полностью судьбу. Так, ну что, Купидончик готов. Дальше. Однозначно хранитель. По тому же, в принципе, почему и куб, потому что он бафер. У него не добавляется там какие-то сверхумения, скажем так, как это у Купидона. Добавляется просто количество целей и усиление его основного бафа, что тоже очень немаловажно, потому что именно эти проценты будут играть в дальнейшем очень большую роль. 1-2% уже будут решать многое. Так, хорошо. Блин, мы сейчас тут тоже долго не задержимся и пойдем. Я вам показываю героев, как бы я их качал на, точнее даже как я их качал у себя на аккаунте. Я, конечно, всех сразу качал, но если бы у меня были ограничены какие-то ресурсы, именно так бы я их старался прокачать. Так, понятно, против фрейма тут долго будем воевать. Так, ну, первый заходик нам должно хватить. Хранителя, думаю, все юзают, поэтому на него тоже не стоит жалеть ресурсов, то есть камней, там синих кристаллов. Конечно, все зависит от того, на каком вы сервере играете, потому что на каждом сервере свои причуды, как обычно. У нас на русском ничего нету, мы как бомжики бегаем. По себе. Жестко мы разобрались с ним. Я не ожидал. Так.
Отлично. Хоть быстренько все прокачаем сейчас. Так, огненько сюда, это сюда, стрелку тоже можно сюда. Так, там у нас Махатма. Так, отличненько, поехали дальше качать. Вот именно в этой судьбе как раз именно все герои, которых надо качать в первую очередь. Потому что тут есть Сиефинка, которая тоже по сути дамагер и барбер, которая тоже дает очень много прирости. Так, отличненько, есть. Ну что, дальше выбор, конечно, есть. Повелитель Бури или Афина. Афину я, конечно, посоветовал бы для тех, кто будет проходить подземки больше. Повелитель Бури более такой пвпшный герой. Ну и Афина тоже, в принципе, пвпшная. Ну, я бы, наверное, больше Афину советовал, потому что она больше для фарма будет вам полезна. Пвпшка тоже классная, но... Афина, мне кажется, более универсальная будет в этом плане. Так, окей, набираем фуновый. У меня уже наконец-то докачаны все просветы. Скоро будем с вами, наверное, сливать гарнизон. Посмотрим, что у нас там получится. Что-то нету. Раз без юнита. Все с огнекрылами бегают. Это как красиво у меня минуснули. Ничего себе, вот это было неожиданно. Такс, возможно, уже завтра, когда я смогу снимать деф, я уже буду вам сразу же показывать героя в разницу. Потому что так, наверное, будет получше даже. Но сегодня у нас еще битва гильдии, поэтому я не могу снять полностью деф и поменять на героев, которых мы качаем. Ну, в принципе, я вам тут особо уже ничего не покажу и так. Расскажу, многие уже видели, я уже прокачивал. Я стараюсь сразу, как только выходит судьба, качать героев, смотреть на них в сравнении. Ну, для тех, кто не знает, как искать, не видит. Специально качаю повторно. Так, отличненько, есть. Поехали, добиваем Афинку нашу.
У нас, правда, получится без ангела. Ангела я уже прокачал, поэтому значки почета мы полностью не видим. Ну, в принципе, плюс-минус хотя бы. Так, отлично. Поехали дальше. Повелитель бури. В принципе, мы можем не мучиться. Давайте сделаем сейчас, как обычно. У меня кулаки все равно уходят в перелимит. Поэтому столько кулаков можно свободно сливать. Просто некуда будет, придется на коробке скоро тратить. Так, поехали. У ППшки увеличивается его тоже основные статы. Уменьшение урона, но увеличивается урон. Поэтому я, честно говоря, не знаю. Хотелось бы ему что-то другое, но, к сожалению, мы все делаем для того, чтобы он быстрее и быстрее убивался. Потому что мы наращиваем ему силу. Так, хорошо. Поехали еще разок. Как хорошо, что на английском сервере есть кулаки в неограниченном количестве. Так, окей. Надо будет в следующий раз посмотреть, сколько всего кристаллов у нас уйдет. Так, отлично. 479 тысяч. Ну что, остался у нас бог Рома напоследок. Сейчас мы его докачаем тоже. Уже сможем приблизительно увидеть, что у нас получится. По силе напишите в комментах, сколько мы прибавили за 5 героев. Самое интересное. Так. Такс. Финишная прямая. Да, надо будет все-таки тестировать героев, сравнивать. Они у меня все, тем более, есть в наличии. Вот так вот все. Напишите в комментах, что там у вас получилось. Да, всех докачали. Вот так вот. Вот такая вот судьба у нас сегодня. В принципе, это такие герои довольно востребованы. Ну, конечно, кроме бога Грома, но опять же, он тоже в некоторых случаях неплохой, особенно на бездонатном аккаунте. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, пишите, как вы хотите увидеть, чтобы я прокачивал эту судьбу. Я уже сегодня немножко уставший, поэтому немножко это все мляво происходит, звук хреновый, но это все исправим скоро. Все, всем удачи, всем пока.